Добрый день, с вами Лена Стрэндж. Сегодня у нас с вами маникюр. Маникюр будем делать на ручке Николь, потому что мне лично мой безумно нравится маникюр. Я хочу с ним проходить подольше, так что будем экспериментировать на ней. Я уже накрасила ей ноготочки, здесь прозрачные типсы, я вам сейчас даже их покажу. Какие. Они вообще прозрачные. Вот эти вот они неровные, надо их подпиливать. Ну, в принципе, там немного пилить. У меня есть еще беленькие в пакетиках. Ну, вот что-то мне больше прозрачное нравится. По толщине удобнее работать. Удобнее на ручку крепится. Гель-лак, который я здесь нанесла. Это Близ. Слово, что я наносила на прозрачную, вообще прозрачную типсу. Он лег прекрасно два слоя. 005 подходит и для LED, и для ультрафиолетовых ламп. Тут написано LED ультрафиолетовый гель. Хочу вам сообщить вообще классную новость. Особенно для тех, кто хотел заказать себе гель-лаки Близ. Внизу под видео будет ссылка на промокод, который дает 30% скидки всем моим подписчикам при заказе продукции Близ. На сайте Ногти.рф. Там все будет прям написано внизу под видео, как обычно в описании. Смотрите, чем мне понравился вообще вот этот вот оттенок. Ну, у него вообще все что угодно можно делать. Любой вообще можно гель-лак брать. В смысле, лак для стемпинга вообще любой. Сейчас сначала я уберу липкий слой, потому что у Близ есть липкость. Он и не белый. Он такой, знаете, какой-то молочно-бежевый. Классный оттенок. Мне кажется, он классно будет смотреться на загорелых руках. Так что будем сейчас экспериментировать. Я тут прям собралась экспериментировать. Как в прошлый раз мы с вами экспериментировали. Классный маникюр на этой ручке Николь. А сейчас будем то же самое делать. Хочу попробовать сделать плиточкой BPL 051. Мне подписчица писала, что она с этой плиточкой французский делает маникюр и лунный маникюр. Сейчас что-нибудь попробуем изобразить. И хочу взять какой-то яркий лак для стемпинга. Вот я попробую сейчас Николь Дарри. Если не получится, возьму какой-нибудь другой, который не так быстро сохнет, как Николь Дарри. Николь Дарри быстро сохнет. Вы помните, что я еще ни разу не делала с прозрачным штампом на этой ручке? Сегодня будем попробовать. Получится или нет, это уже другой вопрос. Но то, что мы сегодня это будем пробовать, это 100%. Люблю я эксперименты разные. Так. Они все такие красивые. Тут даже не знаешь, что сделать. Все хочется попробовать сделать. Вообще все. Так. Но хочется, чтобы лак для стемпинга сейчас был виден. Называется мне удача. Круто. Смотрите. Конечно, вот это потом убирать будем, когда я топом покрою. Вообще классно. Это на одной руке, на одном пальчике. Вот эти ноготочки лучше все-таки, чем мои предыдущие. Так, мне нужна пошире линия, я сейчас расскажу для чего. Хочу взять другой кружочек, поменьше, который. Попробую сделать его возле луки. Ну, то есть один пальчик оставить так, как есть. Кстати, можно попробовать сюда тоже стразы прилепить. Хотя они будут лишновато, мне кажется. Но для любителей страз, здесь прям будет самое то. У меня сестра очень любит стразы. Ну, вы заметили. Которая не самая младшая. Она прям вообще любитель страз. Яркого маникюра.
Так, мизинчик надо отодвигать, не получается. Так. Надо вверху поднимать. Или сейчас попробую другой вариант, который тоже я сегодня рассматривала. По-другому сделать. Сейчас мы с вами попробуем. Прям можно снимать трансляцию. Как я тут пытаюсь сделать маникюр Николь. Не, я думаю, это весело бы получилось. Может быть, надо другой рисуночек взять, не этот. Как хочу называется. Вот так мы сделаем. Мне нравится, вам. Кстати, мне не очень нравится. Давайте возьмем другой. Может быть, сейчас с другим рисунком лучше дело пойдет. Такое бывает. Меняешь рисунок, и все отлично идет. И прям, ну иногда, знаете, вроде лежит душа, а вроде нет. Нравится. Можно, в принципе, тот пальчик потом. Нет, пока оставим вот так. Так, оставим. И вот сюда можно прилепить сразу. На всех ноготках. Сейчас мы с вами так и сделаем. Найду я сиреневый страз. У меня, по-моему, такие есть. Я там жутко был какой-то. Бюджетный набор я покупала по стразам. В прошлый раз мы там сестре лепили из этого набора. Ну, зато кто просил маникюр со стразами, вот. Прям оно. Смотрите, как выходит. Очень красиво вот эта луночка смотрится. Ну, понятно, что сюда вообще подойдет под вот этот гель-лак, любой вообще лак для стемпинга. Абсолютно. Даже белый подойдет. Он будет просто... Он сливаться даже не будет, белый здесь. Абсолютно любой, берите лак для стемпинга, плитка классная. Я еще по вашим ссылкам там Бонбрити заказала. Ногти РФ меня порадовали, что для моих подписчиков дали скидку. Огромное им спасибо, я думаю, вы порадуетесь. Потому что 30%, знаете, это приятная скидочка. Вам видно, что я тут творю. Вообще, я вот сколько смотрел на ногти РФ сайт, такой достойный сайт, я бы сказала. Если бы у меня не было столько гель-лаков, я бы, наверное, к ним обращалась, потому что у них разные фирмы есть. Меня почему-то не тянет на сайт. Сейчас скажу, какой. InCosmetics. Наверное, потому что слишком часто его слышу вообще, в принципе.
Так. Красотка Pro. Красотки Pro вообще какие-то цены не очень меня радуют. Получилось. Все получилось. Сейчас покроем все топом. Слушайте, ну мега круто получилось. Даже вот здесь можно что-то более ажурное поставить. Вообще оно того стоит. Так классно все вышло. Давайте попробуем вот здесь вот другой рисуночек. Я тут увидела такой прям шикарный тоже. Если мне не понравится, переделаем обратно. Ну, вообще круто. Вот здесь вот сбоку есть рисунок. Он такой прям чем-то похож с этим рисунком. С этим сейчас попробуем его принести. Вот сюда теперь тоже серединку можно стараться крепить. Потому что все сделаем со стразиками еще. Сразу говорю, мне не жалко стразиков. Я думаю, что это был бы первый вопрос, который бы возник у меня, если бы я смотрела такое видео. Вам не жалко стразики? Мне же не жалко делать для вас маникюры и использовать лаки для стемпинга, гель-лаки. Причем я же не всегда использую прям такие не очень гель-лаки. И вообще гель-лаки, которые мне не нравятся по консистенции, по нанесению, я их вообще не использую. Я их могу абсолютно точно сказать, потому что ни одно видео не стоит мучений с гель-лаком, если он ужасен по консистенции. Вообще ни одно видео этого не стоит. Если мне не нравится гель-лак по работе, я не буду его использовать. Ни на Николь, ни тем более на своих руках. Потому что Николь все-таки типсы, да, то есть на них все-таки удобнее еще наносить. А вы представляете, если бы это были мои руки? У меня, мне кажется, нервоза еще больше было бы. Поэтому я не использую обычные гель-лаки, которые мне не нравятся по консистенции. Возьмем топ, который мне не жалко. Дурамин мне, кстати, тоже не жалко. Топ. Ну, что-то по консистенции. Не то, что по консистенции, мне кажется, он по качеству хуже, чем Blue Place. Blue Place лучше был. Нанесу топ. У себя на ногтях я наносила бы Близ. Вот. Мне он нравится. Мне нравится, как он носится. И как он наносится. У него консистенция приятная. Ну и плюс, что даже заморачиваться не надо. Можно его не стирать. Вот этот липкий слой. Станет такой красивый. Ну вот с этим гель-лаком, какой бы лак для стемпинга не возьмете, станет будет классное. Потому что он такой нейтральный. Но вы видели, наверное, последние вот мои распаковки все. Я заказываю или яркие цвета, или такие темные цвета насыщенные, или прям нюдовые оттенки все. На нюдах, вот на этом, да, нейтральном цвете, любой лак для стемпинга будет классно смотреться. На темных цветах
очень будет круто смотреться. Блестящие, если они красивые, да, там шиммерные лаки для стемпинга. Светлые лаки для стемпинга будут классно смотреться. И плюс они вообще очень красиво сами все смотрятся. Такая палетка у меня со стразами. Кстати, здесь вот такие вот прям темно-бордовые. Я ее заказывала точно год назад. По-моему, как раз в этот период она мне пришла. По-моему, даже в магазин Фаби. Я запомнила, знаете почему? Быстрая доставка была. Я еще так поразилась, думаю, боже мой, какая быстрая доставка. А потом я увлеклась стемпингом, а у Фаби мало что для стемпинга есть. Ну что, я стираю лак для стемпинга. Боже, какой кошмар. Мне сейчас надо будет еще ручки очищать. И возможно, кстати, они не очистятся полностью. Потому что это... Ну хотя вот желтый у меня почти получилось очистить. Сейчас мы попробуем более универсальной жидкостью. Да, вот это лучше очищает. Гель, который вот у меня для снятия гель-лака. У меня Северина, ребят. Ребят, девчонки, все. У меня Северина. Я знаю, что она многим не подходит. Мне с ней нормально. Поэтому, в принципе, я ей пользуюсь. А бутылки я всегда покупаю большие, так что... Вряд ли я буду что-то пробовать новое. Но если увижу что-то интересное, конечно, попробую. Но это такая жидкость, которую я использую для именно снятия лака для стемпинга. И со своих рук, и с рук Николь. С руки Николь. Слушайте, ну почти, конечно, не идеально, но по крайней мере уже не такая она сиреневая. Так, вот такие вот стразики возьмем, они темно-сиреневые, мне кажется, они будут прикольно смотреться. Так, где тут база? Михей. Ну, Николь, я думаю, вряд ли что-то сейчас у нас прям оторвется сильно. Это будем на ней лепить. Так. На базу, ну, я бы, если бы на своих руках, я бы на близов лепила это, я думаю, понятно всем. Близ или Коди. Потому что меня Михей тоже как-то подразочаровал. Я думала, судя по отзывам, что будет понять какой-то эффект вау. Эффект вау я не видела. И гель-лак не очень держится. Я знаю, что есть карандашики специальные для стразиков. Такой где-то есть, кстати. Смотрите. Вот это в тему сюда. Вообще в тему. Мне проще палочкой, так сказать. Апельсиновый по старинке. Сейчас я, может, вам камеру поближе поставлю, чтобы вы видели, что я тут леплю. Ой-ой-ой. Слушайте, здорово. И что я этот маникюр себе не сделала? Нет, ну у меня классный маникюр, мне нравится. Ой, забыла. Стразик нацепить не забыла, а капельку поставить забыла. Просто ставите капельку и лепите стразик. Ну что, я ручка Николь не шевелю.
хочет цепляться. Все. Они никуда не уползают. Ну и база, видите, она густая. Слушайте, вообще супер. Очень классно. Можно, в принципе, попробовать. Сейчас мы вот эту высушим, результат. Попробуем, не будет ли перебор, если вот здесь вот стразики поставить. Раз, два, три. Ну вот в эти вот лунички. Прямо смотрю. Вот таким. И так маникюр преображает эти стразики. Что захотелось попробовать. Мы сейчас сначала высушим этот вариант. Потом попробуем, если мне понравится. То сделаем. Если так непонятно будет как, то оставим первоначальный вариант. У меня вообще иногда порой идеи такие вот приходят именно в процессе маникюра, посмотрите. Вам видно всю красоту вообще. Так, отправляю в лампу. 30 секунд сушу. Сейчас попробуем с вами вариант, если поставить стразики вот эти вот по круговой. Как это будет смотреться, прям слишком вызывающе или как бы нормально? У меня даже есть где-то крупные такие стразики, я себе брала. Будет тоже с ним что-нибудь сделать. Так, все высохло. Сохнет, конечно, быстро все. Что даже для удобства их высыпем, для удобства. За что я потом уберу. Так, пробую. Что-то у меня идея пришла. Раз пришла, надо пробовать. Так. Ну, чтобы потом у нас такого не было, сообщу сразу. Базу надо ставить аккуратненько. Не стоит пытаться все сразу поставить, как я это сейчас делаю. Не очень будет эффект. Есть классный клей, кстати, на Алиэкспрессе. Такой маленький, думаю, многие видели. Но пахнет он вообще не розами. И если он у вас попадет на кожу, будете вместе с кожей его оттирать. Я поэтому, наверное, его не очень люблю. Он у меня есть. Слушайте, ну еще круче становится. Я думаю, делаем. Сейчас я посушу чуть-чуть. Еще круче становится. Маникюр становится реально таким, знаете, богатым. Я люблю стразики, просто они не всегда бывают практичны. Сейчас у меня отпуск, да. И еще, например, где-то еще, наверное, год назад. Я не знала, как лучше их крепить, чтобы они 100% держались на вашем маникюре. Я пробовала на топ. С жидкого топа блюскай. Я его так ругаю, этот блюскай, может, он сейчас уже нормально. Но мне просто не повезло. У меня блюскай был в самом начале. Я говорила уже об этом. Вот мне реально с ним просто не повезло. Когда я поняла, что на Алиэкспресс можно заказывать не только чехлы для телефонов, первым делом, что я себе сделала, это заказала гель-лаки и различные топы. Слушайте, так красиво выходит. Представляете, какая красота. Я вот смотрю и понимаю, как же это красиво.
Мега круто, конечно, очень круто. Вот какой-нибудь даже блестящий гель-лак, мне кажется, сюда бы не очень бы подошел. Потому что бы всю красоту забирал. Ну, слишком было бы. Кстати, вот здесь у нас есть эти уголочки, можно сюда еще поставить, постравить. Прям в уголочках. Рисунок все-таки у нас там побольше отпечатался, чем я стразиков налепила. Вот эти стразики какие-то безумно были бюджетные. Очень. Ну здорово. Так, один у меня плывает все равно. Так, ставлю лампу. Ну, себе бы я также сушила бы лампу по одному ногтю бы делала и тоже так же сушила бы. Иначе они начнут убегать. Вот там вот уже начали на одном ногте убегать. То есть я доделала второй, стразик ставила, и все, начали уже убегать. Ну, вообще класс. Я иногда завидую Николь. Мне кажется, что у нее маникюры порой бывает лучше, чем у меня. Я когда красную увидела, вот этот последний на Николь, думаю, боже мой. Особенно, когда я увидела фотографию, то есть я сначала уже просто на ручку смотрела, а потом выложила фото в Инстаграме. Да, кто не в курсе, Инстаграм у меня есть. Ссылка в описании. Там выходят маникюры, фото маникюров моих посылок чуть пораньше. Я уже говорила, что видео могу в один день снимать по несколько, а на монтаж уходит побольше времени, поэтому... Слушайте, ну здорово вообще. Очень красиво. И нам останется с вами большой пальчик. Сделать и все. Так, ну, продавцу, похоже, большое спасибо. Прикольно, что у меня такая палетка. Я вообще про нее забыла, честно. Я забыла, пока мне подписчица не написала про стразики. Мне там написала, что вы не делаете там других маникюров, кроме стемпинга. Я говорю, ну почему делаю? Ну я люблю стемпинг. А стемпинг со стразами, со слайдер дизайном можно прекрасно сочетать. И зачем себе отказывают в удовольствии сочетать все. Мне кажется, если вы умеете сочетать все, то это круто. Иногда бывает лишним что-то. Я, например, маникюр со втиркой делала, мне там подписчица написала, что, может быть, нужно было рисунок на пару ноготков. Я потом смотрю, ну да, в принципе, можно было и на пару ноготков, и как бы лучше бы даже еще втирка открылась. А можно было делать вот наподобие вот этого варианта. И очень бы круто смотрелось. Ну, только, естественно, стразик туда не вставлять, они вообще бы туда были лишние, мне кажется. Втирка сама по себе очень красивая. У меня сестра зажглась идеей, что она ко мне приезжает делать маникюр на свадьбу. Я ее понимаю, ей не хочется заморачиваться. Ей проще приехать, чтобы я сделала. Тем более она знает, что я сестрам вообще-то не отказываю никогда. А как маникюр я люблю делать, она еще больше знает, мне кажется. Поэтому тут как бы без вариантов. Ставлю сушить. Надеюсь, они сейчас не съедут, эти стразики. Так. У меня даже где-то, знаете, что было? Вот этот вот. Ковшечки такие есть. Треугольники для страз специально. Куда-то я его положила. Ну вот то, чем я, например, меньше пользуюсь всего, да, теми же стразиками, я их вообще
закрыла для сестры. Естественно, у меня подальше все лежит. А пластиночки, штампики, лаки для стемпинга, естественно, все поближе лежит. В принципе, я сейчас соберу все. Еще коврик силиконовый, он вообще все держит. Коврик, кто не в курсе, такой есть в фикс-прайсе продается. Я когда увидела, что они продаются, думаю, даже если там сотрется рисунок, такую цену можно. Слушайте, ну получилось вообще божественно. Я сейчас топом все равно перекрою еще. Вот прям все делаю, как бы делала себе. Но ниже, потому что там база где-то стекала. Ну так и надо делать на самом деле. Укреплять все-таки стразики, чтобы они 100% никуда не отлетели. Какая же ты красота. Я сейчас выставлю фото в Инстаграм, вот такое, знаете, мини-видео. Я думаю, это очень круто. Всем отправляю лодку. Я туда не стала между стразиком залезать. Ну, не эта кисточка залезать. Если там промазывать, надо тоненько брать. У меня такая есть. И вот ей делать. Естественно, ссылки на все материалы, которые я сегодня использовала. Сейчас зайду, поищу вот эти стразики. Мне кажется, это магазин Фабин был. Но это вот было год назад. Мне сейчас всю ленту Алиэкспресс придется листать. Их здесь немного, вот единственное, что серебро я сюда добавила побольше, потому что у меня были где-то отдельно. Серебро у меня было, черные, по-моему, у меня были в такой вот круглой палеточке, я вот сюда пересыпала. Вот так вот их немного. Ну, вот красненькие я использовала. Но я все оставлю, поищу их. Ну, они есть, наверное, 100%. Честно, это божественно. Это очень красиво. Это очень нарядно. И знаете, что напоминает? Что-то такое вот восточное. Песню помните? Восточная сказка. Вот мне сейчас это очень напоминает восточную сказку. Очень красиво. Вживую это еще красивее, чем на фото. На видео сейчас вот. Ну что, всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам со мной было не скучно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно комментируйте мои видео. До новых встреч!